Всем привет! Сегодня мы будем готовить мятное печенье. Для этого нам понадобится 80 грамм сливочного масла комнатной температуры. И еще нам понадобится 80 грамм сахара или сахарной пудры, 100 грамм муки, 60 грамм крахмала, 20 или 25, от 20 до 25 грамма свежей мяты, только листья, без стебельков, одно яйцо и одну чайную ложку разрыхлителя. Отдельно еще понадобится 1-2 столовые ложки сахара. И блендер или миксер для измельчения мяты. Хорошо. Сначала нам нужно включить духовку при температуре 180 градусов, чтобы она успела нагреться. Что надо сделать? Нам нужно включить духовку при температуре 180 градусов, чтобы она успела нагреться. Что дальше? Все включили духовку? Да. Хорошо. Дальше нам нужно взять муку, крахмал. Муку, крахмал и разрыхлитель, и все это вместе перемешать. Еще раз, что надо смешать? Муку, крахмал и разрыхлитель. Хорошо. Вот. Нужно перемешать их хорошенько вместе. Как у вас дела сегодня? Хорошо, как у тебя? Мне тоже хорошо. Надо перемешать. Я перемешал. Хорошо. Теперь достаем блендер и нужно взбить мяту с сахаром. Отдельно надо мяту с сахаром взбить. Как это отдельно? Типа, мяту отдельно
Или как это? А, без муки. То есть а, без муки. Понятно. Все понятно. А, подожди. Вот и наш сахар. Не, сахар, который 80 грамм. А не тот 1-2 столовые ложки. Нам нужно 80 грамм сахара сейчас с мятой взбить. Взбивать на большой скорости, чтобы мята измельчилась. Какой скорость? Должно получиться. А сколько? Радость сколько? Скорость. Смотрите, вот так. Да, правильно. Должна получиться очень ароматная мятная масса. Кристин. Что? Я не знаю, как это назвать, но как должна мята с сахаром перемешаться именно? Она, мята должна измельчиться. А сахар? Сахар нет. Ну смотри, у меня вот так вот получилось. Скажи. Видно? Скажи, что... А, да, видно. А ты чем перемешивал или взбивал? Блендером. Ну, да, так. Покажи еще раз, пожалуйста. Сейчас. Где это? Да, да, так должно получиться. У меня вот так получилось, Кристина. Хорошо, да. Сейчас слушайте. Вы успеваете за мной или что-то повторить? Успеваем. Хорошо. Теперь в нашу мятную смесь нужно разбить одно яйцо и добавить туда сливочное масло.
В блендер? А, да, ну, там, где мята, да, в блендер. Сливочное масло и одно яйцо в мяту добавляем в блендер. И снова надо это взбить. Так, вот. Отлично. Вот я уже взбиваю. Должен раствориться. У меня растворился. Хорошо, когда вы закончите, скажите, потому что если кто-то еще не закончил, я продолжать не могу. У меня взбилось, Кристин. Все растворилось. А что? Кристина, что? Подскажи, пожалуйста, я выпала буквально на минуту, подскажи, что вот сейчас вы сделали. Я взбила мяту, дальше что? А дальше нужно добавить в мяту сливочное масло и одно яйцо и снова взбить. Ой, спасибо огромное. Так. Хорошо, я подожду. А, нужно взбить так, чтобы в этот раз сахар растворился. А, что, Гоша, ты меня звал, да? Да, а что делать потом, или мы ждем всех? Ну, давайте еще немножечко подождем. Чем вы сегодня занимались? Ничем. Занималась хореографией. Я сегодня ходил гулять. А как? Ну, на гитаре я не пошла. Понятно. Должно получиться вот так. Вам видно? Сейчас покажу. Вот так вот еще. Вот. Вот так должно быть. У меня не так. У меня более светлая масса. А, ничего страшного. Она у меня вот такая. Вы, наверное, меньше мяты положили. Наверное. Без понятия. Хорошо. Дальше нужно мятную смесь
добавить в муку с разрыхлителем и крахмалом. То есть мятную смесь добавить в сухую смесь. И перемешиваем на этот раз ложкой. Когда добавляем мятную смесь в муку... Все надо добавлять? Всю. Угу. И потом нужно перемешать. Хорошо. Перемешивать надо ложкой. Сначала ложкой, потом уже руками. Вот, я перемешиваю. Это так красиво выглядит, мне кажется. А вам как кажется? А потом руками надо все это замешивать? Да. Очень нежный цвет получается, красивый. Ага. У меня постепенно масса сгущается из-за муки. Ну так и надо. У меня она какая-то рассыпчатая. Ну, перемешай еще лучше, и это будет как крем. Кристин, что? Моей семье очень понравился твой кекс. Апельсиновый? Ага. Они меня всегда просят приготовить. Правда? Да, уже 3 раза его приготовил. Ого! Я его тоже очень люблю. Моя бабушка его тоже делает. Кристина, где можно посмотреть? Моему папе понравилось. А где можно посмотреть рецепт вашего апельсинового кекса? На YouTube канале. Ага, хорошо. А ссылочку где ее взять? Скажите, пожалуйста, вы есть в чате в Telegram нашей школы? Вашей школы есть. Там в закрепленных ссылочках наверху есть ссылка на наш YouTube. И там все наши уроки прошлые. Спасибо огромное. Спасибо. Кристин. Что? У меня что-то оно не замешивается. А можешь показать, пожалуйста? Ну, как бы его в руки брать еще нельзя. Добавь чуть-чуть муки. Хорошо. Я наоборот муки переборщила. Можешь добавить чуть-чуть масла, если ты с мукой переборщила. Мне мама воды добавила. Хорошо. А как тесто должно выглядеть? Густое или нет? Ну, густое, да, я бы сказала. У меня вот такое. А форму держит, если руками? Не знаю, руки еще не брала. Ну, держит немного. Ну, когда вот возьмешь, скажешь. Уже взяла. Я перемешаю и вам покажу, как должно быть. Противное тесто, оно никак не замешивается не хочет. Что? Противное тесто никак у меня замешиваться не хочет.
Получилось как непонятное. Гоша, слушай, возможно, мука не клейкая, и нужно добавить еще чуть-чуть. Хорошо. Вот. Вот мне тоже надо немножечко добавить. Добавляем мы муки. Похож на съедобный крем. Жирный такой. Я сейчас перемешаю и вам покажу. Вот столько теста будет достаточно? Ну да, наверное. Кристина, оно должно немножко прилипать к рукам или вообще не должно? Чуть-чуть. У меня вот вообще смотрите, не... как у меня. У меня вообще почти не прилипает. Хорошо, значит, все правильно получилось. Вот мне чуть-чуть еще осталось перемешать, и мы продолжим. Ну, не знаю. Я вам еще скажу два варианта, как можно украсить это печенье, чтобы оно было красивее. Это когда мы уже печенюшки будем лепить, то есть скоро. Кристин, можно я тебе сейчас покажу мое тесто? Да, конечно. Вот, смотри. Да, вот хорошо. У тебя правильно, Гоша. Угу. У меня оно вот такое вот. Смотрите. Вам видно? Оно немножечко липнет к рукам. Знаешь, как будто бы ты в руках держишь жир какой-то. Да. Но все равно, это будто как клейка. Жирные руки становятся. Да, но мне еще кажется, будто это пластилин. Да, на пластилин. На да, печенюшки мы будем выкладывать. А нужно противень смазать маслом. Или застелить пекарской бумагой. А пергамент можно? Вышел. Да. Ну, конечно, зеленый. Можно пергаментным? Да, да. А, все. Очень ароматное тесто, по-моему. А как вы думаете, оно ароматное? Ну, как бы у меня уже вся кухня пахнет мятой, поэтому я не чувствую. Ну, у меня тоже, но у меня нюх хороший, так что я чувствую, что... Ну, сейчас, вот когда мы поставим его в духовку, я думаю, оно сейчас так будет вкусно пахнуть. Это да. Я вообще просто листья попросила. Ой, у меня какой-то... Я еще немножко муки добавлю. Гоша, у меня к тебе вопрос. У тебя уже, что ли, сезон апельсинов? Раз ты три раза уже готовил апельсиновый кекс. Что еще раз? У тебя сезон апельсинов, раз ты уже три раза делал апельсиновый кекс. В принципе, я не знаю, но пока апельсины есть. Понятно. Ну что, я уже приступаю к лепке, и я вам покажу два способа, как украсить печенье, чтобы оно было красивее. О, все, у меня идеальное тесто получилось. Вот, смотрите, какое оно должно быть. Немножечко совсем липнет к рукам, то есть вот, буквально две капельки. Вот такое, смотрите. Хорошо, ну давайте уже приступать к лепке. Мы берем небольшой кусочек этого теста и делаем шарик. Теперь берем вилку и сверху делаем сеточкой, то есть смотрите, раз, два, вот как это будет выглядеть, смотрите,
То есть сеточку делаем вилкой раз и два. Это если хотите. Но так будет красивее оно смотреться, печенье. Теперь можно выкладывать. Да, но я вам еще попозднее немножечко покажу второй способ. Или вам сейчас показать? Сейчас. Сейчас. Хорошо. Второй способ, смотрите, также лепим небольшую такую печенюшку. И только с одной стороны, как раз для этого нам нужен был сахар, только с одной стороны обваливаем печенье в сахаре. Это будет для красоты, но только одной стороной. И кладем той стороной, где нету сахара, чтобы он не пригорел. То есть, понятно? Ну, то есть, понятно. Немного. И немножечко расплющить. Ой, то есть, сначала расплющить, потом сахар. А вы поняли, как делать? Ну, вроде бы запомнил и... Мне просто еще мяты стали... Я в любой момент могу повторить. Мне просто мяты еще осталось. Да, я понял. Хорошо. Я сеточкой буду делать, а то и так много сахара. И причем мама не любит так много сахара. Да? Понятно. Она у меня вегетарианка. Понятно. Не, ну она иногда она делает себе исключение. А вот я не вегетарианка. А? А вот я говорю, не вегетарианка. Я тоже. Вот у меня бабушка вегетарианка. Понятно. А до того, как украшать, нужно печенье сплющить, чтобы оно пропеклось. Смотрите, вот такая вот, если сеточка, вот так вот. А вы любите готовить? Обожаю. Почему? Не знаю, мне нравится. Просто нравится. Кристин, вот такие у меня печеньки получились. Да, хорошо. Правильно. Можно делать и без украшений, но если украсить печенье, то оно будет красивее. Еще раз говорю, что если вы хотите делать, ну, украшать сахаром, то только одной стороной и на противень класть той стороной. Если поставить в духовку. Если ты уже все сделал, то да. Угу.
И пропек... И... Оно сколько? А, как раз на 15 минут. Ага. На 5 минут, чем... Гоша, слушай. Что? Печенье должно подрумяниться только снизу, а сверху оно должно остаться зеленым. Хорошо. Ладно, Кристин, давай, а то у меня сейчас английский будет. Хорошо. Хорошо. Как на следующей неделе будешь готовить? Наверное. Или ты пока не знаешь? Пока еще не знаю. Я подумаю. Ладно. Я в четверг буду что-нибудь. Нет, в субботу. Готовить, я буду готовить априкосовое печенье. Апельсиновое или абрикосовое? Априкосовое. Я так хотела, чтобы ты сегодня его приготовила, но все замятное приготовили. Ну, там было 2 человека, хотели априкосовое печенье, а все остальные... Это я был, наверное. Один из человеков я. Да, я помню. Я тоже хочу. Ладно, Кристин, давай, спасибо за рецепт. А пока мы еще не заканчиваем, мы еще делаем. Я поставила в духовку, вот у меня печет сейчас. Хорошо. А есть какие-нибудь вопросы у вас? Ты любишь сырое тесто? Нет. Ну, может, какой-нибудь люблю, но не это. Оно вкусное. Можно пока убираться? Да, можно. Я сначала всегда даю дегустировать свою выпечку папе. Да, а почему? Потому что она может быть несъедобной. То есть ты экспериментируешь на папе? Он любит все пробовать, поэтому я ему сам как самому любителю даю пробовать. Понятно. Он любит вот такое. А печенье нужно печь 15 минут, чтобы только снизу подрумянилось. Сверху оно должно остаться зеленым. Мне осталось 12 минут от него. Хорошо. Я таймер поставила. А вы что больше любите, кекс или печенье? И то, и другое, и можно без хлеба, и в одну посуду. А я больше люблю, наверное, печенье. Потому что я его реже готовлю, наверное, поэтому больше люблю. Я люблю и то, плюс торт. Понятно. Ну, смотри, чего она сделала.
больше любите готовить, сладкое или соленое? Сладкое. Сладкое. Я тоже считаю, что сладкое. Потому что оно вкуснее, чем соленое. Хотя соленое тоже бывает вкусное. Да, но сладкое вкуснее. Нет, мне соленое больше, еще есть такие гренки соленые, которые я просто обожаю. Напоминаю для тех, кто не услышал, просто Гоша меня на секундочку перебил, но ничего страшного. Если вы украшаете сахаром, то только с одной стороны и класть на противень стороной, где нету сахара, чтобы он не подгорел. Вот так. Ну что, моя печенье сейчас... Что? Моя сейчас печенье в духовке. Я не услышала. А печеньки поднимаются. Отлично. Мои печеньки сейчас в духовке. А, все, хорошо. А вот у меня последняя печенюшка осталась, и тоже буду класть в духовку. А сколько у тебя получилось печенюшек? Так, у меня получилось... У меня 15 печенюшек. У меня 10. Но у меня уже... Но я уже быстро положила и сама не посчитала. Все, я уже сделала все печенюшки. Да. Обозначьте завтра в час, а будет игра «Да, нет, черный, белый». Ну, завтра будет. Я говорю завтра. Меня ароматом мяты снесло. У нас тоже ароматненько. Я бы сказала. У всех все получилось? Да. Отлично. Тогда мы уже заканчиваем. Присылайте ваши фотографии, фотографии вашего печенья в чат. И я обязательно посмотрю. И скажите, вкусно ли получилось. Угу.
У меня оно еще печется. Хорошо, но когда будет готово, скажи. Ну, я тебе покажу. Хорошо, но уже ты будешь отправлять фотографии в чат, потому что мы уже заканчиваем. Всем ну, спасибо. Пока. Пока. Всем привет.